Здорово. Не знаю, хватит ли у меня времени рассказать об этой игре, пока Джейсон Ворхис не ворвался в комнату, но попробую. К этому выпуску Turbo я... Вот, так-то лучше. К этому выпуску Turbo я подбирался долго, поскольку не был уверен, что смогу пройти игру до конца. Поэтому я начал работу над 13-м выпуском Turbo одновременно с 10-м или даже чуть раньше. В 90-е я больше всех других фильмов любил ужастики. И сериал слэшеров «Пятница 13-е» про убийцу в хоккейной маске занимал какое-то особое место в моем сердце. С одной частью я познакомился в видеотеке, другие же посмотрел на одном из первых в Киеве коммерческих каналов «Мегапол». Они по пятницам ночью крутили фильмы ужасов и однажды зарядили так все снятые на то время «Пятница 13-е». Конечно, когда в те же 90-е в мои руки попал картридж «Одноигровка» по фильму, я засел за него. И так и не смог пройти. Хотя я проходил все игры, которые мне нравились, вне зависимости от их сложности. Но «Пятница 13-я» оказалась слишком сложной даже для меня. Боже мой! Помогите! И вот спустя более 20 лет я решился на полное ее прохождение до съемок «Turbo». Как раз в это время я заболел гриппом, поэтому играл под запись в кумарном состоянии, а для вдохновения смотрел 8 частей «Пятницы 13-е» в переводах Михалева, Володарского и других мастеров-переводчиков эпохи видеотек. Я знал, что в сети есть описание легкого способа получить лучшее в игре оружие – факел, но я получал этот факел в 90-х, правда, не помнил как. Да и тогда мне этот факел мало чем помог. И вот сейчас я намеренно, безо всяких подсказок, осваивал игру заново. Причем так и не попал в некоторые области. Например, в сокрытую в пещерах комнату с головой матерью Джейсона, куда как-то попадал раньше, в 90-е. В какой-то момент я начал отчаиваться и подумывать, как-то хакнуть игру, чтобы сделать вечную жизнь или освоить такие искусства создания TAS-видео. Но в итоге... таки прошел «Пятницу 13-е» до конца без ухищрений, хотя и убил Джейсона на последнем пункте своей жизни. Пройдя игру, я почувствовал, что наконец могу о ней сделать передачу. Немного истории. В 80-е годы американская компания по производству игрушек LJN приобрела лицензии на выпуск игрушек и видеоигр, связанных с комиксами и разными фильмами, такими как «Челюсти», «Назад в будущее», «Пятница 13-я», «Кошмар на улице Вязов», «Чужой 3». Компания сама не разрабатывала игры, а поручала это другим студиям.
Для разработки «Пятница 13» наняли японскую студию разработки «Атлус», хотя в титрах нет ни ее, ни имен разработчиков. Игра вышла только в Америке в феврале 1989 года. Стало быть, работа ввелась в 88-м. Не каждый отдел с видеоиграми продавал эту игру, поскольку фильм имел категорию R, Restricted. И к игре тоже относились настороженно. Такова уж Америка, где с одной стороны лились реки крови с экрана, с другой не торговали картриджами с подобными играми. Хотя, согласно политике Nintendo, от игр для NES не стоило ждать ни насилия, ни крови вообще. Только кровь в играх для платформ Nintendo появилась только начиная с Mortal Kombat 2 для SNES. Но вернемся к «Пятнице 13». Программированием и графикой занимался Хидеюки Йокояма. Также был нанят некий сторонний программист по имени Ямагучи. Музыку делал Хирохико Такаяма, записывая ее под MS-DOS в ассемблере с использованием звукового драйвера от Цуката Масуко. Хирохико Такаяма написал для игры всего 5 коротких мелодий, и по некоторым данным написать что-либо лучше он просто не успел, ибо LJN поставила жесткие сроки к выпуску игры. Мелодия, звучащая в игре в домиках, потом была использована в еще одной игре Атласа «Happily Ever After», которая так и не увидела свет. Вообще, Хирохико Такаяма, японский композитор и звуковик 1966 года рождения, нанимался Атласом как фрилансер. Его музыку можно также слышать в играх «Karate Kid» и «Zexis». Кстати, Хирохико Такаяма единственный, кто использовал 8 каналов звуковых японского чипа N163 от Namco. Поначалу «Пятница 13» впечатляет. Графика, как до 88 года, да и вообще для NES, очень хороша, чего только стоит фон с параллаксом. Прибавьте к этому плавную смену дня и ночи, несколько режимов игры, бродилочный и от первого лица. А вот сюжет, задумка была очень хорошей. Пионер-лагерь на берегу Кристального озера. По окрестностям бродит Джейсон, бодрый мертвец в хоккейной маске. В домиках на берегу озера прячутся дети, а в меньших домиках, раскиданных по всей округе, сидят пионервожатые, 6 человек, и вы можете управлять каждым из них, а также переключаться на любого из пионервожатых, зайдя в любой маленький домик и нажав на старт, чтобы попасть в режим карты. Также, если в домике сидит другой вожатый, вы можете переключиться на него, выбрав в меню пункт Change, либо передать предмет, выбрав Pass, или вылечить пунктом Cure, если у вас есть баночки с пополнениями. Себя лечить нельзя, однако каждая баночка пополняет 4 пункта жизни, когда ваша жизнь приближается к нулю. В случае с ударной силой Джейсона это помогает как мертвому припарка. Пункт Take используется, чтобы взять в домике предмет, например, записку или оружие. Об игре сложно говорить, потому что она сложная и запутанная. Задача сводится к тому, чтобы защищать детей в домиках на берегу и обороняться самим в образе пионер-вожатых. Оставить пионер-вожатого в домике с пионерами нельзя. То бишь, как только Джейсон начинает мочить детей, вы видите об этом сигнал и должны бросать все и спешить одним из вожатых на помощь. Если всех детей убьют, конец игры. Если всех вожатых убьют, тоже конец игры. Джейсон перемещается последовательно из домика в домик, хотя иногда его можно встретить на дворе. И такая встреча не сулит ничего хорошего. В домиках игра переходит в режим от первого лица. Домики бывают большие и малые. В малых можно оставить пионер-вожатого, в больших попадаются предметы и есть камины, которые надо зажигать, имея при себе зажигалку.
В сети ходит мнение, что лучшее в игре оружие факел получить может только пионер вожатый Марк, выполнив определенную последовательность действий. Смотрите YouTube. Я же придерживаюсь мнения, что факел может получить любой пионер вожатый, если вы именно им зажгли камины во всех больших домиках. Затем взяли записку про то, что факел, по-английски torch, лежит в одном из домиков около озера, и затем, не беря другие записки, исследуйте домики возле озера. Кроме факела, доступны также следующие виды оружия. По умолчанию у каждого вожатого есть камни, затем можно найти нож, топор, вилы. Вилы я находил только в 90-е годы, сейчас не помню, где их брал. Топор появляется в лесном домике. Есть еще один защитный предмет – свитер матери Джейсона, Памелы, который снижает получаемый вами урон наполовину. Получить его можно, победив отрубленную голову Памелы, что прячется во глубине пещеры. Пионер-вожатые отличаются друг от друга не только именами, полом и расами, но и параметрами. Одни быстрее бегают, другие лучше прыгают, третьи уворачивают. В руководстве к игре советую держать медленных поближе к озеру, а хорошими бегунами исследовать местность и добывать оружие и пополнялки, и затем снабжать ими своих неповоротливых друзей. Это совершенно идиотский совет, потому что игра тасует пионер-вожатых, то есть они самостоятельно переходят в другие домики, когда вы играете каким-то другим вожатым. На местности вас ожидает почти полная свобода перемещения. Можно ходить по дорожкам в любую сторону света – север, юг, запад, восток. Кроме озера и равнинной части, есть еще два леса и пещеры. Поскольку все в игре похожее, в лесу и пещерах нетрудно заблудиться. Исследовать же лес и пещеры крайне трудно не только потому, что там водятся, кроме встречающихся всюду зомби, также и волки, а еще потому, что Джейсон где-то там вне леса и пещер начинает мочить детей или вожатых. Но вы заблудились и не можете вернуться, чтобы принять бой. Иными словами, любая вылазка далеко в лес или пещера оборачивается тем, что вы вскоре вынуждены искать путь назад. Сражения с Джейсоном происходят в основном в домиках. Единственный способ избежать удара – это уклониться. Для уклонения надо нажать на крестовине юго-восток или юго-запад. Единственный безопасный способ ударить самого Джейсона – надо сделать это, когда он отходит от вас вертикально, а не в сторону. То есть, когда он вглубь экрана уходит, тогда его и мочите. Бои с Джейсоном – самая трудная часть игры. В каждом сражении он выходит из боя, получив определенный урон. Если вы убиваете Джейсона окончательно, начинается как бы следующий уровень, где Джейсон жив. Так он оживает дважды, причем с каждым разом становится все борзее. Разработчикам удалось передать беспощадность киношного Джейсона и то чувство обреченности, которое испытывает его жертвы. Беда игры в том, что как бы быстро вы не нажимали на крестовину для уклонения, когда Джейсон бьет дважды подряд, от вашей скорости реакции мало что зависит. Надо уклониться не тупо быстро, но успеть уклониться в момент между возвращением вожатого в стоячее положение и новым ударом Джейсона. Там какая-то доля секунды. Если нажмете уклонение раньше, прежде чем вожатый встал вертикально, все, уклонение не сработает. А нажать позже удара Джейсона не успеете. И так остается только ловить момент. Убив Джейсона во второй раз, я начал думать, как же с ним справиться снова. Сложность игры стала невыносима. Я начал пробовать проходить ее следующим образом. Передавал какому-то пионер-вожатому факел и бил Джейсона без уклонений, сколько хватало жизни, и лишь находясь при смерти, начинал уклоняться. Потом, полумертвым вожатым, я передавал факел другому вожатому, полному сил. Но эта тактика не оправдала себя. Я не отказался от идеи передавать факел более жизнеспособным вожатым, но старался обязательно уклоняться. Каждое сражение затягивалось, потому что я не всегда успевал бить Джейсона, когда он отходит вертикально. А
Иначе бить его уже не получается, ибо, условно говоря, на третьем уровне Джейсон бьет настолько сильно, что полдесятка ударов отправляет вожатого на тот свет. Учитывая возросшую скорость Джейсона, на это может уйти и несколько секунд. Игра получилась слишком сложной именно из-за плохого геймплея во время сражения с Джейсоном. Бродилочная часть легкая, хотя и в ней есть к чему придраться. Это однообразные обстановки, все слишком похожее. У «Пятницы 13» замечательная была задумка, и она отражена в документации. Вероятно, изначально разработчики не собирались тасовать пионер-вожатых по домикам, и вожатые оставались в тех домиках, где вы их оставляете. В этом случае в игре можно было бы воплотить какую-то стратегию прохождения, как и советуют в самом руководстве. В итоге от этого, как понимаю, отказались. В окончательную версию игры не попали также некоторые предметы – свечка, флакон и свисток. Их изображения остались в игре, однако так и не были использованы. «Пятница 13» выделяется на фоне других бродилок своим дизайном и сюжетом. Наконец, это, пожалуй, одна из немногих действительно страшноватых видеоигр, но ее воплощение перечеркивает все плюсы и делает ее почти непроходимой. Во всяком случае, надо сильно обозлиться на Джейсона, чтобы пройти эту игру. Ну вот, он уже ломится в дверь. Надо прятаться. Всем пока. Это был Петр Земелетов в передаче «Турбо».